Добро пожаловать в мир кайфов и ништяков, с вами Костик, и мы продолжаем играть в Headstone. Вышло вот дополнение Руины Запределья, и я, как обычно, создал нового жреца. Сейчас я вам его... Тактика совершенно другая сейчас. Вот, под новые карты замутился. Эра Феникса у нас теперь. Сейчас я с тобой покончу! Свет так. Дарует мне победу! Оставляем все как есть. Ну, вот это можно пока убрать. Дракон туманный появился, единичка. Так, начнем с единички. 2-5, сплошка 2 хода, провокация. Скорее огонек, чем страх! Ну, рассматривают его, еще не знаком с картой этой. В конце вашего хода вы кладете руку дракона. Также Галакрон даст та карту, какую брал в начале, она дает заклинание жреца. Если мы быть целью заклинания существует, теперь у нас не только Галакрон дает, а и жреца. Так, после спячки мы атаковать пока не можем. Четверку разыгрывать не стоит. Тогда вот. Скорее огонек, чем ваше существо получает плюс 2, плюс 2. Вот это мне тоже нравится. Учитесь послушанию, потрачи! Хотя... Пахнет шпорлингами! Он же его сейчас усилит. Дело сделано! Вот. На работу! Бездельники! А то если бы он 4-4 остался, ты его убил бы и все. Или можем поставить психопомпа, но тогда нам за один нечего будет разыграть. Демоны? Ха, демоны! Так. Вот мой истинный облик! Меня не поймать! Рождение света начал опять брать.
заклинаний массовых у меня теперь нет. Как бы получается удерживать. Ага. Как поступим сейчас? Давайте попробуем взять сейчас психопомп. Кого он только даст. Так, это был 6, 8, 4 урона. Всему приходит конец. Скорее огонек, я, чем страх. Со спячки тоже его возвращаю. Меня раскрыли. Лучше бы он, конечно, двоечку мне дал сейчас. Бедный Гул'дан. Я знал его. Он еще во время произнесения заклинаний или Дан что-то произносит. Так, вот теперь можно уже дракончика ставить. Прячься за спинами слуг! Я все равно найду тебя! О! Время уходит! Я все вижу! И похищение жизни. Вот дракончик первый какого-то. Вы пожалеете, что заточили меня. Вы пожалеете, что заточили меня. Двадцаточку вот он нанесет. Так, попробуем тогда. Убейте послушанию! Всему приходит конец. Всему приходит конец. За работу, бездельники! Если у вас в руке есть дракон, уничтожает случайно существо противника. Путевых драконов таких дает. Перерождение тоже со спячкой. Наши враги падут! Ну-ка. Скорее огонек, чем страх! Наверное, не будем брать тогда такого. Хотя, может быть, он после перерождения же будет 5. Тогда он есть смысл. Так. Далее поступим следующим образом. Час пробит. На работу, бездельники! Бегите, ваша смерть пришла! Бегите, грусти! Ваша смерть пришла! Всему приходит конец. Бедный Гул'дан. Я знал его! Когда карта добирает, он это говорит, да? Все, нечего выносить. Самоубийство. Уходит! Одна жизнь останется, если все его используют. Да потом-то я сюда вынесу.
с единичкой он проснулся. Наверное, этого дела. Ты знаешь, что нужно сделать? Меня не поймать! Нужно патросов опять за место него взять. Скверно повсюду! Путевый. Таких драконов пандавал. Мои клинки запоют. Наносит 6 единиц урона. Случайно противника. О, вот это тоже карта прикольно для него. Много карт осталось. Ты обладаешь истинной силой. Мои клинки запоют. Одна карта. Начались карты! Ох, а, нет.